Так, поехали. Посмотрим, как я... Это что за хуйта, блядь? А, это который жмых, который падает, его допиздить надо, да? Который на коленках сидит, блядь, с жопой, ёпта, раздвинутый. Понял. Ух ты, нихуя себе, это кто такие? Ух ты, бля, паскуды. Это как приобрести? Матч найден. О! Нихуйные, блядь. А какая из них новая, Фейт или не он? Это запись? Какая нахуй запись? Так, ну у меня есть один из моих сильнейших персонажей, вот на этом я долблю. Надо быстрее его пикать. Его чел хочет забрать у меня. Я как крыса нахуй его спиздану. Вот это мой сильнейший персонаж. Воу-воу! Как говорить, слышь? Как говорить микрофон? Воу-воу, бро. Воу-воу-воу. Чил, бро. Воу-воу, чил, бро! I'm a professional player, you're a newbie, you know? Меня кинуть могут? I'm professional player, bro. I will carry you. I will carry you. I will carry you in this game, bro. Believe me. Нет, все, заебись, такая можно пиздец. Ника. Долбоёб, типичная, блядь. Какой ты еблан, чел, блядь. Осуждаю, сука. Ты же понимаешь, что я сделаю так, чтобы тебя аккаунт забанили в этой игре? Давай. Хорошо. Не зря я её рекламировал, эту игру. Чему, блядь, ёбаная, блядь. Сиди, стрим слушает, блядь. Сейчас я скину, нахуй. Бля, надеюсь, у него дохуя скинов, бля, которого он просто, блядь, на деньги своей матушке купил, ебать, чтобы сейчас они просто все улетели, бля, чтобы он на коленках стоял, плакал, бля, просил добавки, ёпта. Так, нахуй. Уёбок, блядь, сраный, нахуй. Сейчас, сука, осуждаю долбоёба, блядь, ебаного, нахуй. Как замутить сразу уёбище? Заебись, Ларан поиграл, нахуй. Так, все, я скинул никнейм его, хорошо. Блять, заебало, поэтому нахуй просто вот нельзя нормально играть, блядь, с людьми. Попущенный, блядь, съебись нахуй, ёпта, слышишь, на коленочку, блядь. Долбоё, блядь. Жалобу кинь, да-да-да, точно, блядь. Осуждаю еблана, блядь. Блядь, какой конченый чел, я просто в ахуе. Как, блядь, таких долбоёбов, конечно, земля носит, блядь, прям обидно. Он будет сейчас до конца игры типа меня тролли бегать, да мне похуй на него, ебать. Спайк на А. Остался один враг. Бля, очень легкая игра, очень легкая игра. Бля, ну мне просто повезло, что я на попущенном звании, именно поэтому такой еболдыш попался мясной, блядь. Слава, здесь надо в голову стрелять, похуй. Ну все. Сейчас на него уже отправит. Бля, пиздато было бы, если его прямо во время игры нахуй унесло, блядь. А как на него репорт еще кинуть? Слава. Стас, а ты? Да. Фу, блядь, я обосрался равно. Бля, я подумал. Да, конечно. Смотри. Мне попался ебался, что мне запреток накидал, понял? Спайк установлен. Уебок, блядь. Да не, вот все равно, блядь, понимаешь, типа, неприятно, сука. Стержень ебаный, блядь. Ты же неадекватный, нахуй. Показывай, что такое АИМ, ебать.
Бля, чё я прыгаю-то? Остался один враг. Где последний? Дефьюзи её, блядь! Не хочешь в пенсил мне, слышишь, так и губами, блядь, прицепиться нахуй, как твоя хуйня из руки, блядь, прицепилась к стене, блядь. Дурак, блядь. Убили всех, нормально все, надо адаптироваться было. Пиздец, какой же еблан, блядь, вообще, нахуй. Скрой никнейм, так он не может никнейм поменять. А как скрыть, я не знаю. Не умею, блядь. А, в общих настройках, блядь, да, похуй он? Ну он не может же его поменять, правильно, никнейм? Вроде нет. Ебать, отдача! Блядь, так укачать нахуй может. Они падут! Спайк на А. Один брат. А где хуй последний? А, вот он, блядь. Слышь, какую хуйню бросать. Че это за дерьмо, блядь? Блядь, это очень легкая игра. Почему я, блядь, не стал киберспортсменом в ней, на, так сказать, на истоках ее эры? Я вообще не промахиваюсь с ней. Да, да, конечно, брат. У меня надо рейтинг сейчас, получить. Сейчас, скорее всего, вообще, сейчас... Какой ранг будет? У тебя его вообще, скорее всего, Не, я до этого... Я до этого проходил. Да, 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 да. Но у меня, слышишь, этот максимально был вот этот фиолетовый алмаз. Фиолетовый алмаз какой-то был. Второго уровня. Боже, что это за ранг максимальный. Бля, почему никто просто не допускает мысль, что я просто очень жесткий, а не ранг хуйня. Ослеплю. Ограничу обзор. А ты не любишь Саларан? Саларан. Света шумовая. Света шумовая. Света шумовая, блядь! Света, блядь, и это и Настя мирная. Это что за хуйня, блядь? Что это за. Что за кубик, блядь? Лего ебаный, блядь. Это на девочке. Если его наломать, надо потом. Бля, сейчас ищ. Что за хуйня спит, нахуй, какая-то. Блядь! Что за хуйня, блядь? 30 секунд. Они меня какую-то хуйню кинули, прям въебало. Остался один враг. Найс! Найс! Хорош, это профессионал, бля. Это профессионал. Просто нахуй он рейны пикает. Он не понимает то, что если я в каточке, бля, то у меня, ну, у меня по сути наводка прям в пальце. Ой, бля, что я купил? Блять, крыса спиздил мою похуй. Бля, такому еблану дроп дал, бля. Ебаный сыр, блять. Ладно, похуй, нового куплю. Меня сильно не убивают в этой игре. Спасибо. О, сейчас, секунду. Спасибо! 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 Все, бро, нажимать паузу и выключать там, просто зажать красный квадратик. Взгляните страху в глаза! Давай, братанчик, удачи. Бля, что это? Куда идти-то нахуй? Что это за карта ебаная? Бля, слышишь? Боже, блядь. Боже, нахуй. Что это за, блядь, куски дерьма падают, блядь? Что за вторичок, нахуй, выпрыгивает? Остался один враг.
Сколько патрон? 6 штук хватит. Остался один игрок. Нет! Не торопи меня. Блять! Я не знал нахуй то, что так нельзя. Успел, я бы успел, реально, но, бля, я не знал, брат, я не знал. Сука! Нужно лишь хорошенько поработать, и победа наша. Бля, он здесь... Это прикольная тема, на самом деле. Если можно было отменить эту хуйню, так быстренько добежать. Да, да, да. Бля, слушай, это... А чё здесь так стрелять легко? Бля, после КС-ки вообще нет стрельбы, можно сказать. Бля, да что ты доебался, братачек, иди ты нахуй, тебе завтра в школу просыпаться, ебучий ты, блядь. Тут столько всяких новых скиллов, я ебал, я вообще даже не понимаю. Пишут, слышь, брат, можешь отменить, можешь отменить, еще раз нажми Е. А. Куда я кинул, ты сдал? Ой, бля, брат. Что это за хуйня? Брат, а что это за какой-то, блядь? Блядь! Ладно. Подавление это ты, короче, не можешь... Да, это мой мир! Оставлю без комментариев, это произошла ситуация. Спайк установлен. Остался один игрок. А ты не любишь Сан-Лоран? Сан-Лоран. О, здорово, сметана, блядь. Как дела? Я вернулся, брат, большой спорт. Большой киберспорт, нахуй, точнее. У меня всегда был пинг нормальный, блядь. Мне особо пинг-то и не нужен, понимаешь? Ты, бля, посмотри, как. Ты посмотри, как. Бля, бардачик, чтобы сосать, нахуй, тебе у тебя все для этого есть, ебать твоя, бля, клешня, нахуй, ебаная, блядь. Дядь, отдохни, отдохни, ёпта, блядь, отдохни, блядь. Ты ГК, ты видел? Че, слили пиздятинку, да? Не верю. Реально? А вы вдвоем играете? Унизим их. Пиздец, слили пиздятину. Слава. Подожди ты, бля, дайте мне поиграть, нахуй. Ослеплю их. Ты видишь, я кайфую в киберспорте, блядь. Живым не уйдет никто. Ебать. Да что это? Что это у него за толстая, блядь, какая-то... Сука, хот-дог такой-то. Чё он меня ёбнул, блядь? Это чембер, блядь. Это Авапа только скин. Ой, бля. А. Ой, бля. Ой, бля, бомж, ебать. Бля, боже, какой бомж, нахуй. Алло. А, это что? Нечисть ебаная. Ты зачем ты один? Ну, бля, брат, ну один, да. Ну я не успел сегодня никого собрать, брат. Спонтанный стрим, ебать. Просто пишешь в оплике, нахуй. Все сюда. Там уже все куда-то разошлись, ну, типа. Да похуй, мог меня позвать. Да я и не хотел. Понятно. Ну, других-то. Других можно. Ну, вот. Да ладно, не пальцы, заебу, блядь. Спайк установлен. Это моя роль. Остался один игрок. А что это у него за пушечка такая какая-то, слышишь, со странным дулом? Бля, команда, конечно, пиздец, актимелька, я вахаю просто. Очень, да, очень слабо рубят. Очень, очень, очень слабо играют. 11-2 на люк. Что? Что? Что ты мяукаешь, ебать, Манчкин, блядь? Как это слово сказать можешь? Налюрковал? Налюркивал? Да не знаю, может, как хочешь сказать. Я не знаю, как правильно, это же, блядь, неологизм, ебаный ты десептикон, блядь. Ебаный ты бионикл, блядь. Неологизм — это позаимственное слово, блядь, в русском алфавите, блядь, из английского, так сказать. Из иностранного языка, блядь. Неологизм, блядь. В смысле, я эрудированный, блядь, молодой человек, блядь. Эрудированный шампиньон, блядь. Ты на вебку посмотри, какой эрудированный. Ебать, 7Б веселится, нахуй, долбоёб этот, блядь. Блять, пиздец, блядь, вообще. Это пиздец, брат, вообще. А, я промахнулся, я другую хуйню нажал, да? Понял. Ладно. Где они могут быть? Не здесь лево могут быть? Не могут. А! Забудь микрофон, что сделал? Замутил нахуй. Весь день так могу. Батя, как он так забрался, так можно было? Он с хуйней играет. Да, да. Нет,
Спайк установлен. В смысле, так он же может по крышам летать? Так его никто ждать не будет. Не, по крышам. Ой, блядь, боже мой, а нахуй. У тебя рейтинг есть? Блядь, да, да, есть. Да у меня все спачено. Мне кажется, какой-то железо. Блядь. Значит, насколько чел слабо вообще играет беспонтово, блядь, просто. Нахуй он вообще время тратит, блядь. Лучше пошел пенал бы собрал и все, блядь. Карандаши бы наточил, блядь, точил, эластики, блядь, новую упаковал, блядь. Я бы карандаш наточил. Это 10 минут уже дожусь. Это пиздец вообще, слышишь? Это бедолага, блядь. Это тяжело бы, конечно, одному. Верну то, что принадлежит мне. Тебе пишут босс рекрентом, блядь. Можно, можно рекрента взять. Там Ваня еще с нами. Я не против, мне вообще похуй, я ебу в этой игре резон. А у меня есть звание? Не факт, что у меня вообще получится запустить-то. Вот в чем прикол. У него? Нет, у меня какое звание будет и какое будет у всех пацанов? Просто я не уверен. У Река Иммортал? Да. Блядь, мне кажется... Ну у меня психологически тоже Иммортал, в принципе. Взгляните страху в глаза! Пошел. Спайк установлен. Сейчас покажу. Блять, что это за хуйня? Что это за капля смегмы, блядь? Блять! Чел пишет нормально, спросил у рекрента, хочет ли он быстро поиграть, и по итогу получил бан. Крепись, братик. Не расстраивайся, бля, все будет хорошо. Может показаться, что они спокойны, но их сердца выдают их. Так, маршал. А ты не любишь Сандлера. Зайди на Лоран Трекер и посмотри свой КД. Да мне, бля, в целом похуй, какой КД. Ебанутая по-любому какой-то, типа 11 или 12. О, он какую-то музыку врубил, нихуя. А, видишь, у меня типа нет робота, бля, пошел ты нахуй. Светошумовая. А, это у меня свой чел типа флешит, блин. Пиздец, пиздец, я случайно подпрыгал, дядь. Ёбаный сыр, нахуй. Сфера запущена. Ранг я пока не знаю. Пока просто тестирую, играю. Ну, у меня до этого был ранг, брат, я не знаю. Ну не, с ботами 100% топсы, когда чел играет, блядь, это грустно, нахуй. Прискорбно, блядь. Спайк установлен. Да не. Подавляю! Ставлю преграду. Бустер Казик будет завтра, может быть, не знаю, сегодня нет. Ебать, бля, ну, конечно, Бустер, ты киберсофен, ну, брат, это как будто не знаю. Бустер, ты последний раз больше года назад заходил в лору? Да, пиздец. Не, ну, я заходил недавно, просто для названия, для байта. А до этого, да, где-то год назад. Бля, не знаю, какое оружие взять, чтобы ебать нормально. Да, что такое? Ты дома, брат? Да. Когда ИРЛ, не знаю, когда хотите. Упало, то, что тебя стриков пикают. В натуре? Ну да. Пиздец, брат. Я. Ты меня убираешь? Ну что, готов? За что? Не знаю, по кончику уебашу. А откуда они выходят? Отсюда, типа? На рандом пришел. А что это за пюре, блядь? Это они нам пукнули его? Враги подавлены. Это ульта вайпера. Ну это плохо? Это нашего вайпера или их вайпера? Это вашего, когда в ульте они, короче, у них до одного хп может... А как понять, чья ульта, его или моя? Точнее, нашего или их? Вашего, она светлая. Такая светлая. Ястреб
пошел. Тебе написали, ты секси. Спасибо. Очень приятно. Бля, меня чел заебал флеш, ну это просто пиздец вообще. Перезаряжаю. Попало. Спайк установлен. Бля, боже, нахуй, ну шкильник, блядь, ну ты заебал, ну ребенок, блядь, успокойся, нахуй. Враги подавлены. Осколочная. Убил. Ослеплю их. Спецка. Блядь! Остался один враг. За плантом. Остался один враг. Понятно, дом. Нахуй. Сликсом РЛ, пожалуйста. Ну, блядь, я реально по РЛ прям очень сильно соскучился со стримом. Клач. Прям бешеное желание сейчас залететь. До смены сторон один раунд. Не экономьте. Тратьте все иначе. Ну, опять же, тяжело в Москве, короче. В Москве тяжело, чё? В Москве тяжело стримить, брат, РЛ, потому что, ну, я не могу по улице гулять. В Дубае я вообще как хочешь ходил. Блять, если бы вот в Дубае, ну, типа, можно было пожестче прикалываться, ну, типа, по правилам страны. Мы такие. Было бы пиздач, конечно. Прочь с дороги! Инициирую подавление. Бросай гранату. Это он мне гранату типа кинул? Да, типа. Света шумовая. Живым не уйдет никто. Бля, как он заебал нахуй. Это пиздец вообще. Хуярьте, хуярьте его. Хорошо. Взгляните страху. Блять, что это за понос, блядь? Это что за хуйня, блядь? Ограничу обзор. Я вообще в аху от этой игры, блять, это пиздец, это какой-то... Блять, это пизда вообще. Спайк установлен. Охуеть. Да, это мой мир. Остался один игрок. Пиздец. Смена сторон. Ладно, похуй. Блин, ну эйс-то хороший был. Походу мы не выиграем. Перезаряжаю. Ебать, игрулька, конечно, да я сам в ахуе. Ты эйс снял? Да, пистолет. А, ну пистолет ты его голову можешь. Ты можешь? Мне кажется, ты только можешь пригубить, блядь. Может, на эсапах один на один выйдем, старичок. Сюда! КС будет в ближайшие дни, а сегодня уже была. Я одну сыграл. Ну, кстати, блядь, ничего так было. Но я уже отвык на стримах такие игры играть. Я больше привык во всякие фановые залупы. О, справа хуй. Куда я соберу эту устрицу, блядь? Ястреб пошел. Враг ослеп. Давай, не бойтесь. Типа у меня, блядь, ну просто чел, ну успокойся ты уже, поиграй ты в игру, ёбаный ты, блядь, ну. Перезаряжаю. Перезаряжу. Не знаю, куда я встал, ёбаный рот. Достал. Ну, блядь, я опять не то нажал. Остался один враг. Блять! Сука!
А что за штуки они кидают? Смотрите, а у меня в чате никто не ебет, что ли, что это за игра, да? Так легче попасть. Я честно, пацаны, я сам нихуя не понимаю, что они кидают. Типа, касаемо скиллов, ну, типа, я вообще не понимаю. Я только понимаю, что у меня вот этот чел свой хуярит и все, всю игру. Типа, кидает в меня какие-то залупы, бля, какие-то взрывные яйца, блядь. КС в новое вышло, да? Да-да, новый движок, бля, 42, как обещали. Новые скины, блядь. Скиллы добавили, вот. Ну, короче, актуальная хуйня. Так, а где он может быть здесь? Сюда! Спайк на А! Вижу врага на А! Ну что ж! Спайк у меня! Найс! Агент за спайк! Нихуя мы грязно ебем! Остался один враг. Найс, ебать! Хорошо, бля, я очень жесткий, согласитесь. Не, я выиграю эту катку. Если по-любому. Увидите моих существ, не пугайтесь. Увидите наш тайм. Бустер, дашь мне аккаунт? Да, хорошо, брат, чай, ливай, я тебе скину. Ты хорошо играешь, а мы должны соглашаться с тем, что ты хорошо играешь? Да. А не проще сказать, что ты бот, не пан? Сюда! Зачем, блин? Ну, чтобы ты злился и лучше играл. А, это все он детект, когда у тебя всякая черная жижа летит. Понял. Новый герой. Бля, прикольные эти наклейки. А что это за туннель есть? Бля, заебал у меня уже флешить этот хуй. Охуеть! Откуда у них это оружие? Они ж только... Ладно. Спайк на миде. Остался один игрок. Применяю газ. Где комп, который ты в Дубае покупал? К сожалению, в Дубае остался. Но он, кстати, реально очень хороший. Я вообще охуел. Газ рассеивается. Ух, ебать. Найс рай. Нормальный чел ебашит. Сильный игрок. Я ослеплю их и нанесем удар. Сейчас на всех выебу. Привезешь его? А хуй его знаю. Ну, я думаю, я зимой поеду в Дубай. Пусть там будет, чтобы я стримил. Смысл туда-сюда возить. Мне кажется... Ну да. Да нахуй мне холод терпеть, брат. А что происходит? Меня кто-то подавляет, это психологически имеется в виду? Да блять, ну вы заебали нахуй. Короче, я сейчас, блядь, сгорю нахуй, это пиздец. Ой, блядь. Ставлю приказ. Я просто все свои челы ебут, они ебут, все что они делают. Лишу их обзора. Вспышка. Вспышка. Какой счет? 6-9. А, в смысле, у меня по киллам? Да у меня тут все заебись, 17-10. Челы вообще не играют. Ну тут пиздец, Кайде, конечно, все мешает играть, ну просто невозможно. О, у нас чел на Б, кстати, бомбу ставит. Смотри, сейчас я от него камеру убрал, он сейчас задвигается, да? Это же клоун, ёпт. Давай, еби, вайпер нормально играет, есть шанс. Сейчас одного он точно ёбнет, может даже двух. Остался. Убить быстрее, убить спин надо было, блядь. Блядь. Найс рай. Нахуй с рандомами, блять, а не с кем больше. Слава ебаш за привет, полегче станет. Согласен. Дышите глубже. Ваши сердца стучат слишком быстро. Пойду в миду постреляюсь.
Сюда. 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 Я... Прикройте меня. Сюда. Прикройте меня. Погнали. Прикройте меня. Блин, ты что у меня хуй прыгает всегда? Блядь, что нахуй за хуйню накидали, каких-то орлов ебаных? Да блядь, да что происходит? Ну а сейчас челы пушить будут уже. Блядь, что происходит? Это у меня свой хуй все. Просто продолжает баловаться. Блядь, они везде подпушили, это пиздец. Найс. Баю-бай. Баю-бай, засыпай. Что это за коловая жижа шуршит? 30 секунд. Остался один враг. Найс. Ну, последний на Б вроде был, его не убивали. Ястреб пошел. Хотя хуй знает. Враг на базе защитников. Подавляю. Спайки нет, блядь, Шейли. Спайк установлен. Бля, ну я, можно сказать, один остался. Какую-то он хуйню сделал, наколдовал. Остался один игрок. Ладно, на время буду играть. Ограничиваться. Ослеплю их. Найс, блядь. О, прикольный, кстати. Блядь. И снова в бой. Прошлое в прошлом. Начнем с чистого листа. Просто на опыте переиграл на киберспортивном. А еще так, что сыграешь киберспорт? Ну, есть такое. Пиздеть не стану. Fortnite без стройки пробовал, а что такое сделали? В натуре? Прям на постоянной основе? Ну да, там режим добавили. Прикольно. Поиграть захотелось. Поиграем. Ястреб пошел. Блять. Да блять, чел, ну пиздец, ну ты заебал, ну зачем ты это делаешь, ну господи, блять, это просто долбоёб. Меня чел два раза промазал. Пиздец. Это что за хуйня? Вау! Ой, блять. А что с этим оружием, нахуй? У меня почему-то от тэппинга разлетается, блядь. Враг ослеп. Враг ослеп. Простреливается здесь, нет? Он меня заблочил, типа? Прикончил. 30 секунд. Враг на базе защитников. Блядь. Это угар, пиздец. Наш агент со Спайк убит. Спайк на А. Бля, 10 секунд осталось. Вы беспомощны. 3 души. Найс. Анальное подавление произошло. Да блядь! Я не знал, что у нее авик, сука. Найс. Тяжелая техника, это очень опасно. Вот бы все школьники с КС сюда ушли, да это невозможно, брат. У нас менталитет в стороне другой чуть. У нас типа мультяшная игра, значит хуйня, блядь, сразу. У нас то же самое, блядь, с Fortnite было. У кого тут много денег?
не совсем в этом дело. Но вот я не знаю, я всегда слышал, каждый раз, когда спрашивал людей, почему они не играют в Fortnite, они сами говорили, бля, да это мультяшная хуйня, ебать. Они падут. Я такой, блядь, ну это игра, типа, какая хуй разница, мультяшная, наверное, или нет вообще. Это же вообще нихуя не дает. Ну, не меняет. Блядь, что это за понос, нахуй? Найс. Света шумовая. Остался один враг. Пиздец, конечно, вообще, блядь. Без комментариев, нахуй. Не, я тебе только про Россию говорю, брат. Понятное дело, что в Европе и Америке эта игра гораздо популярнее, так же, как и Fortnite в свое время было популярнее. Они моя энергия. Мне нужна подзарядка. Отвернуться? Да я даже не знаю, что это за скиллы, блядь. Как я могу отвернуться от того, что я не знаю, как работает? Я еще не привык. Так, Майнкрафт тоже мультяшный, но у него все играют. Но я же, ну, типа, Майнкрафт это прям детская игра, знаешь, такая прям классика, грубо говоря, я не знаю. Я просто говорю, что я слышал. То есть, условно, то, что люди не играли в Fortnite и Valorant, потому что это мультяшное говно, блядь. Да, это мой мир! Света шумовая! Бля, пиздец, чел, вообще ебанутый, нахуй. Граната! Вспышка! Я себе, блядь, кузнечик, иди нахуй. Вижу врага на миде. Сюда. Понял, спасибо, что прикрыли, ебалдуш. Пиздец, блядь. У меня такие челы в тиме играют, это ебануться, блядь. Враг на базе защиты. Остался один игрок. Пизда, блядь. Не помню, второго я по факту написал. Че написал? Чё Карвай написал? Ты что сосёшь? Это по факту, блядь. Бля, зашёл бы Каравай, поиграли бы Валоран. Найс трай, блядь. Ну вот в плане движения и стрельбы мне, наверное, КС-ка тоже больше нравится. Не, слушай, мне есть, безусловно, легче играть. Мне реально гораздо легче стрелять в Валоранте. Ну, блядь. Помедленнее, да? Да, здесь все помедленнее, как-то легче стрелять, здесь больше на скиллы типа упор идет. Потому что я понимаю, что на профессиональном уровне вообще невозможно играть в эту игру. Почему? Не знаю. Потому что там жесткие раскидки. Ну, я имею в виду, мне невозможно, так-то возможно. Ослеплю их. Спать ложусь. Вспышка! Бля, это вообще пиздец. Ограничу обзор. Перезаряжаю. Бросаю нож. Смотри, смотри, смотри. Что достанет гранат? Кидаю заряд. Ястреб пошел. Слежу за точкой. Спайк установлен. Бля, я в ахуе. Остался один. Блять, я случайно на пробел нажимаю всегда. Перезаряжаю. Может тавик взять или я сейчас сгорю с него? Здесь такие авики сложные, по-моему. И за казика пробел нажимаю, кстати, может быть. Есть такая хуйня.
Дай пробую чела сфоткать за понтом. Я вас прикрою. Прочь с дороги! Блядь. Здесь какой-то странный авик, он слишком статический вообще. Бля, почему КРы нет, да и непонятно. Долбоёб, по-моему. Перезаряжаю. Там. Там. Ограничу обзор. А какой-то будет звук, когда этот хуй телепортнётся? Осеплю. У меня подавление, блядь. Психологическое. Это наша подливка, да? Правильно понимаю? Хорошо. Подлечитесь. Что происходит? 30 секунд. Спайк на А. Остался Спайк один брат. Взгляните, что за хуйня? Помогите, мама! Остался. Блядь! 10 секунд. Тайминг ебаный. А, он хочет заруинить, типа. Бля, как же он хуёво играет, боже мой, блядь. Матчпоинт. Их жизнь. Пиздец. Пусть пожертвуют их мне. Он не руинит, ну хуй знает, блядь. Слежу за точкой. Не волнуйтесь, я с ними разберусь. Погнали. Они падут. Ты ебанулся, я в тебя застрял. Вижу врага. Ястреб пошел. Ястреб пошел. Враг ослеп. Где-то здесь чел. Сфера запущена. Вы... беспомощные. Минус один. Найс. Сюда. Где этот подгузник, блядь? Остался один враг. Не выйдет. О, выиграли, блядь. Найс. Не умирайте. Мне нужны только их жизни. Как относишься к тому, что... если девка во время секса перданет, ну надо снюхать, бля, надо уважить девчонку, блядь. Если она выпустила, так сказать, как осьминог, бля, свои чернила, блядь. Ну какая ты мразь, нахуй. Не, что там, не оставляешь же зловония, бля, конкретно в открытом пространстве. Все снюхал и все, бля. В чем проблема? Не, ну если, блядь, так сказать, на полном серьезе, то ну похуй, насрала и насрала. Главное, чтобы не обосралась. Если обосралась, просто скушать, блядь, батончик Твикс. Да боже мой, блядь, это пиздос. Спайк у меня. Ограничу обзор. Ограничу обзор. А, а почему его не флешат? Я какой долбоёб или что? Игрок. Пиздец, такую игру залить, ну ебаный рот, нахуй. Победа защитников. Блять, охуеть, нахуй. Я хуй знаю, бля, я вообще в шоке, дядя, тебе, бля, буду. Это пиздец подгузник, ебать, а не мешай. Ну давай, подумай, что делать. Блять. Мне звание не дадут, да, за такую игру. Там 5 игр, там 4 игры тебе осталось. А, реально? 5 игр нужно сыграть? Глупать. Я тебя запущу. Да что-то хуй знает, блядь, что-то я наигрался уже. А, ты не хочешь?
Блять, я еще MVP матча, охуеть. Я больше всех настрелял? Да. Пиздец, блядь. Короче, ладно, надеюсь, этого челика забанят максимально быстро. Все, заебись, еще нахуй ему втопырило, блядь, ее. Реально еще 4 катки нужно? А где это написано? Я думал, одну как в КС-ке сыграл, если выиграл, а все, ну типа, возобновилось. Бля, ну так-то нихуйная игра. На самом деле, если играть нормальной пачкой, то, ну, прибалдеть можно, блядь.